А сейчас я раскрою несколько маленьких секретиков, что можно свалять из шерсти своими руками очень быстро и легко. Особенно для начинающих. Например, бусины для вот таких бус или для таких. Для этого нам понадобится шерсть для валяния, пупырчатая пленка, вода с разведенным мылом, без разницы каким, твердым или жидким, как удобнее. Берем нашу шерсть, отщипываем некоторое количество шерсти, в зависимости от того, какого размера вы хотите бусинки сделать. Сворачиваем в тугой комочек, маленький клубочек. В этом случае можно еще помочь себе иглами для валяния, но можно обойтись и без них. Просто потуже скрутить этот маленький колобочек. Вот мы скрутили такой. Берем мыло, точнее воду мыльную, и смачиваем наш колобочек. Хорошенечко его пропитываем водой, чтобы он промочился весь до самой внутренней части. И начинаем его потихонечку катать, как снежок. Можно это делать в руках, можно это делать на пленке. Когда у нас получился уже готовый тверденький шарик, мы выполаскиваем его в чистой воде и повторяем эту операцию такое количество раз, сколько нам нужно бусин, например, на такие бусы. После этого мы берем наши бусинки и нанизываем их на совершенно любую ниточку, ленточку, веревочку. Это могут быть даже простые ниточки. Берем обычную, но толстую иглу и протыкаем ее насквозь. И протягиваем туда ниточку или веревочку. Можно собрать такие бусы на веревочку, можно собрать на ленточку такие бусы. Можно собрать на вощеный шнур с применением металлической фурнитуры такие бусы. Есть еще немножечко другие бусины, которые делаются немножко в другой технике, но она сложнее. И это мы расскажем в другой раз.